По следам дерзких браконьеров на днях прошли инспекторы природоохраны. В лесах Пуховичского района оперативники нашли кровавый автограф черных охотников – останки убитого лося. Местный егерь пояснил, что буквально накануне к нему приходили подозрительные мужчины с просьбой пострелять зверей. Однако не все документы у гостей были в порядке, потому визитеры и услышали отказ. А спустя время уже сами правоохранители услышали ответ – выстрелы в чаще леса. Кто же устроил настоящее сафари и где теперь нелегальные стрелки? Материал Карины Пашковой. Останки животного нашли вблизи деревни Ленинск Пуховичского района. Браконьеры даже не стали скрывать следы жестокой охоты. Как раз наоборот, на месте оставили улики своего пребывания. Кроме останков животного удалось обнаружить окурок окровавленный. То есть, вероятнее всего, браконьеры, которые незаконно добыли и разделали этого лося, оставили вот окровавленные отпечатки на этом окурке. И, ну, естественно, по следам слюны можно будет установить геном. В будущем будет проведена экспертиза. Незадолго до происшествия к местному егерю приезжали двое мужчин. Гости хотели поохотиться, но отсутствие необходимых документов вынудило лесника им отказать. Без лишних споров охотники уехали. Но как далеко, теперь предстоит выяснить. Как выяснилось, и у самого егеря был так называемый скелет в шкафу. В ходе осмотра его жилища оперативники обнаружили 35 килограммов мяса дикого кабана. По данным специалистов, это не менее 3 туш. И хотя отстрел этих животных сейчас разрешен, разделывать их и уж тем более употреблять в пищу категорически запрещено. В ходе дальнейшего разбирательства инспекторы вычислили одного из браконьеров. Правда, вот задержать не вышло. Есть вероятность, что мужчина скрывается. По некоторым данным, его охотничье ружье должно было храниться в квартире родителей, в специальном сейфе. Хотя карабин госинспекторы нашли уже дома у браконьера. Там же были и патроны. В холодильнике, в морозилке нашли 8 килограмм лосятины. Сам охотник, ну, скажем так, бесследно исчез, то есть его пока разыскивают, находится в розыске. У него изъяли оружие, изъяли также принадлежности для чистки оружия, будут проводиться экспертизы. Предпочтение браконьеров и ответная реакция защитников флоры и фауны. Уловки нелегалов и новинки оперативного отдела госинспекции мы расскажем в пятницу в итоговой программе. Карина Пашкова, Александр Шестакович, Зона X.